Повестку предстоящей сессии обсудили на президиуме в Народном собрании республики. Основной вопрос – бюджет республики, который, как отмечалось ранее, в этом году составит более 121 миллиарда рублей. Так, на увеличение зарплат будет выделено около 3,5 миллиарда рублей, почти в 6 раз увеличится финансирование инвестиционной программы. Изменения претерпит и ряд законопроектов, в частности, закон о поддержке определенной категории сельских граждан при оплате коммунальных услуг.